любой такт. Да, нас стебает, нас это качает, и нас вообще это так не напрягает. Робим поп, мы делаем хип-хоп, нравится нам это целый год. Мы делаем так, делаем всяк, и вдохновляем всегда это так. Да, эта музыка есть только для меня. Да, люблю читать ее всегда. Я делаю так, я делаю красиво. Делаю просто с русского речитатива. Каждый так умеет загонять, не каждый умеет вот так сочинять. Кто-то хочет, но он не может, а просто сидит и слушает за очи. Он обсуждает и что-то говорит, он не знает, для чего он тупит. А я просто делаю дело свое, я сочиняю тут классное музло. Да, мне нравится, и я то люблю, и этот хип-хопчик я творю для всех тех, кто его не понимал. Дождь, опять стало холодно, лето не увидел, все проработал, нифига не заработал, я не знаю и иногда офигеваю. Но мы будем делать и дальше стремиться, мы будем в жизни успеху добиться, будем мы делать фристайлы сочинять, будет все это классно дозвучать. Нам это нравится, мы любим хип-хоп, и это будет звучать целый год. Делаем так и делаем всяк, и всегда сочиняем свой. Так, да, любим мы эту музыку, любим и то, делаем по-русски, так как родной язык нам дан, и для этого звучит для тебя, братан. Да, мы делаем последний тут куплет, да, мы делаем на утро тут омлет. Мы просто так задыхаемся, когда с одного вдоха сочиняем. Так, вот так, и это класс, так что давай подписывайся, дурак. Ставь лайк и просто уважай. На повтор ты включай, йо, Аргус 2016 из Амстама. Так а вот, наша программа.